Привет, друзья! Вы снова в гостях у Потапа. Сегодня мы с вами продолжаем рассматривать миксели. Миксели. Лего. Восьмая серия. Гидро. Это третий пожарник из племени пожарных. Вот такой вот он в виде лестницы. Ни одно здание не будет слишком высоким для этого пожарного. Лестница, шея, гидро. Колеса, руки, которые стреляют струями воды. И полная сосредоточенность делают этого микселя ключевым членом пожарной команды Миксополиса. Если бы только гидро не был так бы забытчив, он постоянно что-то забывает и постоянно что-то теряет, очень часто. Но не беспокоимся, так или иначе, каким-то образом, в конце концов, он всегда готов выполнить множество задач, чтобы помочь коллегам пожарным. Вот такой вот он пожарный гидро. Вот мы здесь видим, как он будет у нас передвигаться на колесиках. Наверное, очень быстро передвигается. Ну, посмотрим, когда соберем. Ну, здесь вся восьмая серия. И скоро, я надеюсь, мы увидим Макса пожарного. Вот такой вот у нас Макс будет. А сегодня мы будем делать гидро. Вот такой вот гидро у нас сегодня должен, ребята, с вами получиться. Ну что, открываем пакетик с нашим пожарным. Вынимаем содержимое. Ну, как обычно, один пакет. И, о, что я там вижу? В этом пакете у нас сегодня будет еще один миксель. Давненько не было микселей. Ну что, все как обычно, в восьмой серии. Один пакет и инструкция. Книжечка по сборке. В этой книжке все подробно описано, как собирать, что должно быть, что входит, сколько микселей в этой серии и какие новинки. Здесь все описано в этой книжечке. А на последней страничке мы видим, как у нас получится пожарный Макс. Вот такой вот получится он мощный. Ну что, вот из этой кучи должен получиться один миксель и один никсель. Ну что, вот такой вот миксель и вот такой никсель у нас получились. Это у нас гидро. Гидро как лестница. То есть на любой этаж можно забраться по этой лестнице. Это передвижная лестница. Вот такой он гидро. Он сразу также стреляет водой. Смотрите, из рук у него рукава. Все поливает водой. На колесиках передвигается, то есть очень быстро. Все раз подъехал, чунг-чунг-чунг-чунг, потушил гидропожар, потом собрался, уехал. Все он делает очень быстро. А это никсель, который любит все поджигать. Вот у него даже огонь здесь видно. Он поджигает, а гидра тушит. Вот такие вот они наши герои. А у гидры мы видим еще зубки. И снизу, и сверху. Вот по два зубика. Вот так вот гидро. Как будто такой рот у него большой. Вот такой вот красивый гидро. Настоящая пожарная машина. О, здравствуй, гидро. Рад тебя приветствовать в Миксополисе. Здравствуй, Сплэшо. Я тоже очень рад тебя видеть. Как у вас здесь все красиво, так свежо, такая трава, такая здесь природа. Так у вас хорошо. Да, конечно, Миксополис – это лучшее место на свете. А вот самолет летит, смотри, слышишь? Да-да-да, это летит Акват! 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 Я приехал, Акват! Давай сюда! Акват, смотри, кто к нам приехал! Смотри, Акват, давай к нам! Лечу, лечу, друзья, я лечу к вам! Сейчас я сяду около вас! О, ну привет, гидро! Мы знали, что ты должен приехать! Наконец-то ты в Миксополисе. Мы очень давно тебя ждали. И я рад вас видеть, друзья. Так было без вас скучно. Как вообще обстановка с пожарами? Как сейчас все нормально здесь у вас? Ну пока да, пока сильных пожаров не было. Вроде все спокойно. Да-да-да, вроде все спокойно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Гидро, осторожнее, он сейчас чихнет водой в тебе. Что это? Ну хватит брызгаться. Что ты делаешь? Ну да, ну ты и почихай. Ты чихнул, как будто 4 ведра воды на меня вылил. Извини, пожалуйста, меня. Это я на радостях. Я очень обрадовался, что ты к нам прибыл, и поэтому так чихнул. У меня всегда так получается. Пожалуйста, извини меня, хорошо? Но я тоже непростая лестница. Я на тебя не обижаюсь. Вы думаете, что я просто передвижная лестница? Нет, вы не угадали. Я тоже поливаю водой. И смотрите, как поливаю. Итак, я сейчас вам показываю. Раз, два, три. Смотрите, поливаю водой. Вот так вот я поливаю водой из рук.
Ой, точно, меня так никто не поливал. Столько воды, все, перестань, пожалуйста, больше не поливай, хватит. Ой, да, ты тоже можешь красиво поливать. Классно у тебя получается. Ты тоже, значит, непростая лестница. Ну да, ты тоже мастер своего дела. Да, Гидра, ты молодец. Хорошо у тебя получается. Я очень рад. Значит, ты просто универсальная лестница. Ты можешь в любое место подняться и также полить все водой. В любой комнате, недоступной. Да, это хорошая вещь, что нам нужно. У нас самая лучшая команда теперь будет. Да, и я создан для этого, чтобы достигать все недоступные места при помощи меня можно. Поэтому у меня очень длинная лестница. Я могу подниматься на очень высокие этажи и заливать их водой. Так что, ребята, я очень рад, что я в вашей команде. Теперь мы на самом деле универсальная команда пожарных микселей. Но хочу заметить вам, друзья, когда я ехал сюда на остров, со мной, я еще случайно заметил, со мной сюда спустился Никсель. Да, Никсель, искорка, так его называют. Он все бегает и поджигает. Так что будьте бдительны, пожалуйста, друзья. Искорка. Да, интересное у него название. Искорка. Хорошо, будем смотреть внимательно. Но я думаю, с высоты все равно я его замечу. Все равно я его вижу. Если что, я вам дам знать. Ну ладно, я полетел. Это так вот? Вот он очень деловой. Постоянно куда-то летает. Постоянно у него какие-то дела. Ну что, Гидра, пойдем дальше. Покажу тебе наш Миксополис. Ну пойдем, прогуляемся по Миксополису. Посмотрю, какой он красивый, этот Миксополис. Ой, какой сегодня чудесный день. Я так классно выспалась. Ой, как хорошо на улице. Надо чуть пощипать травку, прогуляться по травке, по свежей, по утренней росе. Так, чтобы поджечь на этом острове. Как бы еще навредить этим микселям. Ой, какой красивый домик, кто это интересно? Такой красивый домик, очень красивый домик. Такой большой, цветной. Такого красивого домика я раньше не видел. Да, а это что за красавица здесь? Так, надо подойти и спросить, кто это такая. О, привет, а ты кто такая? Я? Меня зовут Твайлайт. Это мой домик, я живу здесь. А ты кто такой? А я Никсель. Меня зовут Никсель. Зовут меня еще Искорка. Хочу вот с тобой подружиться. Ты мне очень понравилась. И дом у тебя очень красивый. Да, я так рада это слышать, что домик у меня красивый. А хочешь, я тебя чем-то угощу? Заходи ко мне домой. С удовольствием зайду. И очень бы хотел перекусить, если, конечно, ты меня чем-нибудь угостишь. Конечно, угощу. Ты что? Конечно, угощу. Давай, заходи ко мне. Давай, заходи, не стесняйся. Заходи. Иду. Захожу. Ой, как красиво у тебя. Правда, немножко бардак. Так вообще красиво, мне очень у тебя нравится. Да, вот в этом домике я живу. Ну ты давай располагайся, а я пока что-нибудь приготовлю перекусить. Пойду схожу на кухню. Так, что бы мне здесь такое сделать? О, горит свечка. Это уже интересно. Горит свечка. Как раз мне нужен этот маленький огонь. Мне нужна всего лишь искорка. Вот так я аккуратно ее возьму. Ай, она упала. Она упала на ковер. И ковер загорелся! Ковер загорелся! Пожар! Весь дом горит! Ай, помогите, пожар! Помогите, пожалуйста! Помогите, кто-нибудь! Пожарные, пожалуйста, помогите, кто-нибудь! Кто-нибудь, помогите, пожалуйста. Ну что, ха-ха-ха-ха, вот так я все поджигаю. Все горит, пусть пламенем. Вот так вот, пусть миксели танцуют в огне. Ха-ха-ха-ха, это я поджег. Вижу огонь. Пожар. Давайте срочно к домику. Все, я полетел, срочно. Там нужна помощь, Твайлайт. Давай быстро за ним. Давай быстро к дому, Твайлайт. Давай быстрее за мной. Иду, я тоже иду за вами, иду. О, летит самолет, смотри, как он поливает, так вот. Вот он поливает, тушит все водой. Вот он все поливает водой. Я поливаю через дверь. Все заливаю водой. Огонь подбирается к Твайлайт. Твайлайт надо спасать. Помогите. Как мне отсюда спрыгнуть? Будет слишком высоко. Кто-нибудь заберется ко мне или нет? Гидра, ты чё стоишь? Ты не видишь, она кричит. Давай спасай. Кроме твоей лестницы никто до туда не достанет. Давай быстрее, шевелись.
Все делаем спокойно, спокойно подъезжаем. И теперь будем выпрямлять лестницу потихоньку. Итак, потихоньку подвигаемся. Ближе, ближе к Твайлот. Ближе, ближе. Нужно еще чуть повыше. Нужно лестницу чуть повыше. Сейчас, 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 минуту. Все, все на месте. Давай, Твайлот, спокойно, успокойся и потихоньку спускайся. Я тебя буду поддерживать. Только не бойся, не бойся. Давай спокойнее. Огонь подкрадывается к нам. Давай, Твайлот, Твайлот, поспеши. Ой, как я боюсь, как я боюсь. Я закрытыми глазами буду спускаться. Ой, я спускаюсь с закрытыми глазами. Я спускаюсь с закрытыми глазами. Мне очень страшно. Ну вот и все, Твайлот. А ты боялась. Видишь, как все у тебя получилось. Ты очень смелая, Твайлот. Это вам спасибо. Вам спасибо. Вы такие пожарные. Вы втроем потушили такой большой дом. И так оперативно. Я только несколько раз крикнула, и вы уже на месте. Вы настоящие пожарные. Да, мы очень слаженная команда. Мы лучшая команда пожарных в Миксополисе. Мы очень рады, Твайлот, знакомству. Правда, не очень приятное знакомство в такой обстановке. Но все равно, мы очень приятны, что познакомились с тобой, Твайлот. Ты очень нам нравишься. А вам большое спасибо, что вы спасли меня и потушили пожар в моем доме, который произошел из-за этого маленького Никсля, который зовут Искорка. Это он все сделал, а сам убежал, оставил меня одну. Если бы не вы, я, наверное, бы задохнулась от дыма. Ну ладно, теперь-то все уже позади, мы же тебя спасли, дом потушили, так что все хорошо. И очень рада с тобой знакомству. А этого плохого Никсля мы обязательно поймаем и накажем. Ну ладно, я полечу, может, ему не удалось далеко уйти, может, я его где-то и застану. Все, я полетел. Ну что, Гидра, пойдем, и нам пора. Я тебе покажу, где мы живем и где теперь ты будешь жить. Так что пошли за мной. Ну ладно, Твайлот, пока. Мы очень рады, что спасли тебя. Все, если что, обращайся. Ну все, пока. До свидания, пожарные миксели. Вы самые лучшие миксели. Спасибо вам. До свидания.